Государственный обвинитель, указав на смягчающую вину обстоятельств, среди которых несовершеннолетний ребенок, положительные характеристики и отсутствие судимости, тем не менее попросил у суда для Ефремова реальный срок заключения. Прошу назначить Ефремову Андрею Александровичу наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом 900 тысяч рублей с лишением права занимать государственные должности. По трем эпизодам мошенничества, в которых обвиняется Ефремов, государство лишилось более 3 миллионов рублей. Прокурор попросил арестовать экс-чиновника, не дожидаясь соглашения приговора, обязать его вернуть бюджетные деньги.